Обвиняемым по делу блогеров продлили срок заключения еще на 3 месяца. В Самарском районном суде сегодня начались слушания. Напомню, Дмитрий Бегун, Наталья Умярова, она же Миронова и Олег Иванец были задержаны прошлой осенью. После получения ими от бизнесмена Сергея Шатилова вознаграждения за удаление опубликованной компрометирующей информации. В материалах дела речь идет о сумме в 1 миллион рублей. Бегун, Миронова и Иванец обвиняются в совершении вымогательства, то есть требований передачи чужого имущества под угрозой распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам, законным интересам потерпевших группы лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере. Сторона защиты сегодня ходатайствовала об изменении меры пресечения на более мягкую. В качестве аргумента приведя тот факт, что на иждивении у обвиняемых находятся малолетние дети и престарелые родители. Однако судья в ходатайстве отказал. Поскольку необходимость в мере пресечения не отпала, основания для избрания более мягкой меры пресечения в настоящее время не имеется. Но суда имеется основание полагать, что подсудимые в случае изменения мер пресечения на менее строгую могут оказать давление на свидетелей с целью изменения его показаний в судебном заседании. Срок пребывания под стражей продлен до 29 июля, и сегодня по решению суда было ограничено нахождение на предстоящих судебных заседаниях телекамер. Нам и нашим коллегам разрешат присутствовать на оглашении приговора и на дальнейших прениях сторон.